Сегодня Беларусь означает день Кастрычницкой революции. Раницей у Гомеле на площади Ленина собрались люди разных возрастов и профессий, как пригадать одну из центральных подей минулого стагодия. Что она уособляет для гомельчан, которые пришли на субботний митинг, доведалась наша домашняя группа. Городские улады, представники предприемств, громадских объединений, политических партий, молодь. Усяго каля 200 человек сегодня наведали помник Ленину. Для их дата Кастрычницкой революции увобрала у себя множество сенсов и нагод, каб памятать об ей. Так само это данина повахи краине, якая з'явилася дякуючи подеям 103-годовой давности. Итогом этой революции стало бесплатное и доступное образование и здравоохранение для всех граждан страны. Право на труд для каждого гражданина. Дружба более чем со 130 наций и народностями. Небывалые достижения в науке. А также великий прорыв во Вселенную. Молодь своим уделом у митингу показывая, яна неабыяковая до истории краины, лёсу людей, якія познали жахи Великой Айчинной войны и отбудовывали после яе целые города. Мы, молодежь, сохраним и приумножим богатство, которое оставили нам наши соотечественники. Поэтому я хочу пожелать, чтобы в жизни нашего народа никогда не повторялись войны и трагедии, с которыми пришлось столкнуться лицом к лицу нашим соотечественникам. У громадстве неоднозначное ставление до свята Кастрычницкой революции. Нехто лечит свято пережитком минулого, а для некого это по-ранейшему актуальная дата. Тут собрались люди, которые уверены, дату 7 листопада повинен памятать каждый. Советский солдат именно спас мир. И это хотят все переписать эту историю. Никак нельзя это допустить. Это наша история. Ведь народ, который не знает своей истории, не будет у него движения в будущее. Поэтому Октябрьская революция дала толчок для развития именно белорусской государственности. Поэтому я считаю, что об этом надо помнить, ну и отдавать дань этому празднику. Я считаю, что сегодня это очень актуально. Актуально почему? Потому что было выстроено социальное общество, к которому мы стремимся и сейчас. И 7 ноября, как и для моего отца, для моей мамы, это очень важный день. Беларусь – амаль одиная краина на постсоветской просторы, якая отзначает день Кастрычницкой революции на державном узровне. Улады надают великое значение святу, тому имкнутся донести идею об его важности усим, у першую чергу молодому поколению. Миколай Скинтиян, Сергей Комков, телерадиокомпания «Гомель».